Недавно Анастасия Волочкова устроила себе роскошный отдых на Мальдивах. Компанию балерине составил теперь уже бывший возлюбленный Сергей Кузнецов. Волочкова призналась, что все расходы на путешествие она взяла на себя. Сама оплачивала все расходы на месте, включая его сигареты и вино. «Для меня это не очень приятный момент. Я не люблю нести на своих плечах мужчин, хотя неоднократно это делала», – рассказала Волочкова. В общей сложности Анастасия потратила на шикарное путешествие около 2 миллионов рублей. Несмотря на это, поездки она не пожалела.